Порядка 96 миллионов рублей направят на нужды здравоохранения автономии. Большую их часть, 62 миллиона, затратят на закупку необходимых лекарственных средств для льготных категорий граждан. Эта сумма позволит до конца года обеспечить лекарствами более 5000 человек. За счет собственных средств и доходов экономия в бюджете региона составила 327 миллионов рублей. По поручению главы региона, расходование этой суммы направлено на различные социальные нужды жителей автономии, в том числе здравоохранения. 15 миллионов направлено на приобретение продуктов питания и лекарственных препаратов для учреждений здравоохранения. И более 15 миллионов направлено на софинансирование полетов санитарной авиации. Также 3,5 миллиона направлено на стипендии нашим целевым студентам, которые обучаются в вузах Дальнего Востока и Центральной России. Кроме того, для развития сферы здравоохранения и обеспечения экстренной медицинской помощи жителям автономии планируется уже в 2023 году организовать вертолетные площадки для санавиации в каждом районе области. Уже сейчас определением будущих посадочных мест занимаются главы муниципалитетов и руководители больниц ЯО. Андрей Кирюшин, Новости 21.